در خصوص پاسخ به سوال شما باید بگویم که اولین بار در زمان جوانی با نام تاتارها آشنا شدم. По поводу первого вопроса необходимо сказать, что первый раз слово татары я услышал в молодости. و اینکه مردمانی بسیار فعال، خوب و خانواده دوست هستند. Услышал, что это народ весьма активный, хороший и сохраняющий семейные традиции. در تبریز محلی به نام شنبه‌کازان وجود دارد که مردم تبریز را همیشه به یاد مرکز جمهوری تاتارستان می‌اندازد. В Тебризе есть исторический район, называемый Шамбе-Казан, который всегда напоминает людям Тебриза о столице Республики Татарстан. در مطالعه اسلام در روسیه در کتابخانه‌های ایران به یاد تاتارها می‌افتیم. Во время изучения ислама в России, используя источники, находящиеся в библиотеках Ирана, всегда вспоминаем о татарах. Ибн аль-Фазлан Багдади, Иран аль-Азм, в 922 году Ибн Фазлан Багдади, который по происхождению был иранцем, представил Иран этому краю. И здесь началось распространение персидско-арабской письменности. Связанные с этим событием документы в формате CD и микрофильма были переданы три года назад бывшему директору Департамента внешних связей президента Республики Татарстан. مهاجرت در قدیم الایام در کشورهای مختلف از جمله بین ایران و روسیه نیز وجود داشته است. Миграция – это древнее явление, которое существовало в отношениях между различными странами, в том числе между Ираном и Россией. В Иране, в провинции Гулистан, проживают различные народы – туркмены, казахи, а также и татары. Но точной статистики о количестве татар, которые более 90 лет тому назад мигрировали в Иран, у меня нет. سال گذشته هیئتی از تاتارستان برای قوم‌شناسی تاتاری به استان گلستان سفر داشتند. В прошлом году группа ученых из Татарстана с целью этнологических исследований ездила в провинцию Гулистан.